Ну, игра достаточно тяжелая получилась. Играли с лидером. Укомплектованная хорошая команда. Ставит задачу выхода в первую лигу. Ну, я думаю, играли достойно, но все равно в концовке сил немножко не хватило. Так получилось, что с головы нам забили второй мяч, ну, проиграли 2-1. В первой половине первого тайма должны были забить второй мяч, дожать соперника, в общем-то, и спокойно уже контролировать ход поединка. Но хозяева тоже, как говорится, не мальчики для битья, они добавили, предложили свой футбол. Мне так показалось, что эта игра однозначно лучше из всех проведенных. Что не хватило, ну это, наверное, отличает более классную команду, если вы смотрели их состав и кто где поиграл, то, наверное, там видно, что. А этим отличается то, что более классная команда, знаете, как имеет два полумомента и выигрывает игру.